Машина – это не роскошь. Это еще один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать. Собеседование при приеме на работу. Ну что ж, теперь проверим ваши знания языков. Английский – совершенно. Немецкий – совершенно. Совершенно, то есть в совершенстве? Нет, совершенно не знаю. Странно. Свидетель, вы должны говорить только то, что видели собственными глазами. Понял, ваша честь. Итак, когда вы родились? К сожалению, не могу сказать, я этого не видел. Ой, один раз я очень устал, и теперь не могу обратно отдохнуть. Немного о погоде. В принципе, не холодно, если гулять на машине. Гена, это моя шоколадка, не ешь ее. Чебурашка, а где же тогда моя? А твою я уже съел.